Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в очень странную игру, которая проверит, насколько у тебя грязные мысли. Опа! Ты подумал то, что я в трусах? Нет, я в шортах! Это шорты! Я знаю, что тебе показалось, что это трусы, а не шорты. И вот как раз-таки весь этот ролик будет заключаться именно из проверки. Что тебе покажется в первую очередь? Что-то пошлое или что-то нормальное? И что это вообще на самом деле? Чё ты подумал? У меня просто сосок чешется! А ты что-то уже себе там нафантазировал, а? И большинство из вас еще мне будут говорить, мол... Эдичка показывал писюн! Давай мы сначала пройдем вместе с тобой проверку в этом ролике, а потом посмотрим, имеешь ли ты право так со мной разговаривать и говорить то, что я что-то показывал. Может, как раз таки после этого ролика окажется то, что ты что-то показывал! Поэтому сделаем так. Таких тестов есть еще очень-очень-очень много. И если ты хочешь видеть следующую серию, все зависит только от тебя. Я тебя попрошу, пожалуйста, поставь огроменный палец вверх. Я, ребятки, стараюсь только ради вас. Даже сейчас, когда я болею, я записываю ролик. Мне будет очень приятно, если мы наберем 25 тысяч лайков на этой серии. Зуб вам даю то, что выйдет следующее. Поэтому влепи, пожалуйста, огромнейший палец вверх прямо сейчас. А мы будем приступать. Ну что, перцы, давайте приступим к самому тесту. Насколько грязные твои мысли? Вся игра на английском языке, но это не составит нам труда, потому что я буду ее переводить по мере прохождения. Сейчас мы посмотрим, какой ты пошлый на самом деле. Приступаем, не хочу тянуть, хочу вывести тебя на чистую воду. Начать. Опа! И что ты тут у нас увидел? На самом деле кажется то, что девушка, которая сзади, она стоит полностью голая. Я увидел то, что просто впереди стоит девушка в черном таком костюме. У нее просто такие накачанные в скобочках руки. Что поделать, если девушка просто вечером любит покушать пельмешки с пирожками, вот. А сзади нее стоит какая-то племянница и просто ее обнимает. Поэтому я отвечу второй вариант. Тут есть первый, то, что девушка без одежды. И второй вариант, то, что одна девушка лежит на плече другой. Правильно, неправильно, узнаем мы позже. Так! Заметил, да? Что тебе тут показалось? То, что девушка, которая стоит к нам спиной, она голая, и то, что... Жопа! На самом деле, мне тоже так изначально немножко показалось. Но, на самом деле, девушка, которая делает фотку, она просто так удачно свою руку поставила, то, что кажется, что их третья подруга... немножко голенькая. Ладно. Просто камера. Ну, то есть, камера. Все, камера. Я не по... Господи, помилуй. Я немножко в шок сначала впал, что меня сейчас нахрен на ютубе забанят. Но успокойся. Это просто свинюха. Тут две большие свинки, вот. А посередине одна маленькая свинка. Господи, не помилуй, дайте, пожалуйста, переключу. Просто три свиньи, все. Так. Чьи-то бабушки сидят в какой-то кафешке. Я не знаю, что это за кафешка. Но они не голые, понятно, что не голые. Это просто такие стулья. Как видите, это просто два таких стульчика. Очень сильно креативные, с помощью которых кажется то, что вот эти две бабульки, они на самом деле сидят голые. Но они вообще не голые. Все нормально, ребят, все нормально. Две женщины сидят просто на стулах, да? Все верно. Хорошо, посмотрим в конце, верно это или нет. Господи мой. Ну там немножко кажется то, что это не она, не девушка, а немножко она, но у нее там между ногами. Подождите, есть логическое объяснение, да? Просто девушка... А, девушка катается на велосипеде, это просто сиденье велосипеда. Уф. А ты чё подумал? Чё-то не то подумал? Это тебе не Таиланд, где можно все пришить и оторвать. Ладно, просто просто девушка, мне нужно выпить обычной воды, я слишком вспотел. Просто девушка катается на велосипеде.
Все логично. Вот смотри, это у нас уже 6-й вопрос. Напиши в комментарии, на каком вопросе тебе сначала показалось что-то пошлое, а только потом ты допер то, что на самом деле не все так. Не все так страшно и коварно, как ты изначально подумал. Вот, допустим, 6-й вопрос. Показалось ли тебе то, что у мужика тут не детская горка, а какой-то другой прибамбас? Мне изначально показалось то, что это просто детская горка. Вот, все хорошо. Ну тут на самом деле ничего такого прямо сверхъестественного нет, просто мужик держит в руке стакан. Кажется то, что у девушки пипи-пунчик, ну... Ну не-не, такая себе фотка, давайте следующую. Куда ты ей кулак... Куда ты ей кулак оттуда? Подождите. Девушки просто держат свою... Чирлидершу, как это по-русски будет? Ну вот эти, знаете, которые там болеют там... Чемпион! Спартак чемпион! Или там Зенит, или ЦСКА, неважно. Я не хочу в ваши там футбольные разборки лезть. Я просто, что мне первое в голову пришло, то я и сказал. Но она просто ее держит, да. Она 100%... Логично же то, что она 100% не будет ей куда-то там кулак засовывать. Кулак это же огромное, но кулак же не поместится. Меньше вопросов, она просто ее держит. Все! Не, ну тут просто лампа. Не, если прям нафантазировать, да, конечно, можно придумать то, что это ноги девушки, это трусы, но нет, это лампа. Ничего. Это же лампа. Тебе тоже так изначально показалось, что это лампа? Смотри мне. Ну, тут два варианта, да? Тут или, может быть, ну, сам все понимаешь, и... Или просто два лысых мужика, на которых смотрят так сверху и торчат их шнобели. Ну, я честно, какой-то слабенький тест. Тест. Давайте посмотрим. Так, просто лысые мужики. На что я ответил правильно, на что неправильно. 90% мое сознание, мои мысли чисты, и 10% только грязные. Наверное, я там что-то неправильно ответил. Ну, но все же это инглиш, не расишь. Но я ангелочек, как видите на фотке, я ангелочек. Слава богу, больше никто не будет говорить то, что Эдисон показывал письмо. Никто? Ой, я прям даже несколько раз сам в шок немножко впал, когда увидел какие-то там странноватые на самом деле фоточки. Господи. Ладно. Мне кажется, что на этом мы уже можем заканчивать. И, ребята, не забывайте то, что я вам сказал в начале и в середине этого ролика. Таких тестов есть еще куча. А если ты хочешь увидеть следующее видео, если ты хочешь также посидеть на диванчике со своими друзьями, поугарать вместе с Эдисоном, типа, это пошло? Это не пошло. А если показывал писюн? Ничего я не показывал. Став! Огромнейший! Палец вверх на этот ролик. Я обещаю, ровно 25 тысяч. Лайков, если мы с вами наберем, сразу же выйдет следующая серия. Поэтому не ленись, пожалуйста, всего лишь для тебя одна секунда, а я для тебя запишу новый ролик. Просто обещаю тебе. Огромное тебе спасибо за просмотр. Огромное спасибо, то, что пришел сегодня ко мне на канал. Мне очень приятно. Встретимся в следующем ролике. Ставь лайк. Всем удачи и всем пока.